Зарплата основных работников культуры увеличится на 20%. Как сообщил журналистам глава ведомства, в прошлом году прибавка составила 50%. В связи с этим год выдался довольно напряженным с принятием и оформлением нормативных актов, как на республиканском, так и поселенческом уровнях, добавил он. В этом году должны поднять заработную плату еще 20% и основного персонала, и вообще персонала 4%. Вот так вот в этом отношении, конечно, был сложный год, но, конечно, это очень отрадно, что вот по дорожной карте мы повысили заработную плату основных работников нашей сферы.